Кугалки – село в Яранском районе Кировской области, административный центр Кугальского сельского поселения. Расположено на расстоянии примерно 10 километров по прямой на запад от города Яранск. Было известно с 1802 года как подчинок Кугальской с двумя дворами. В 1873 году здесь было 7 дворов и 49 жителей. В 1890-1904 годах построена Троицкая церковь. В 1905 наряду с подчинком Кугальским 24 двора и 146 жителей учтено было и село Троицкое или Кугальское 2 двора и 10 жителей. В 1926 году в уже едином селе Кугалки был 41 двор и 219 жителей. В 1950-м 117 и 153. В 1989-м 347 жителей. Работали колхозы Кугалки и Искра. Постоянное население составляло 327 человек в 2002 году, 244 в 2010-м.